сплетня про юмориста Павла Воля. Он представит свой первый роман. И он написал дебютное произведение на основе придуманных сказок, которые он рассказывал своим детям на ночь. Он рассказывал детям на ночь, а книга эта будет рассчитана на читателей всех возрастов. Первое произведение Павла Воли получило название какое, ну, неважно какое. И все действие романа вокруг 9-летнего мальчика Майкла, прям как Майкл Джексон. Его мама отправилась непонятно зачем в Полинезию. Непонятно, есть ли такая вообще страна Полинезия. Я не уточняла, позже узнаю. И вдруг она пропадает. И вот этот мальчик 9-летний вместе с папочкой и сестрой отправляются на ее поиски. Короче, описалось это коллективно. Принимали участие и домашние, и родственники, и еще и друзья. А озвучивать будут эту книгу юморист Гарик Харламов, телеведущая Лейса Нутяшева, артист Сергей Барунов и другие. А авторство, да будет же это юмориста Павла Воли, лавры будет пожинать Павел Воля. Ну, мне эта сказка не нужна, мне нужны подписчики Павла Воли, Гарика Харламова, потом этого... Подписчики этого мальчика Майкла, подписчики этой страны Полинезии, подписчики Гарика Харламова, подписчики Ляйсан Утяшевой, подписчики Сергея Барунова. Подписывайтесь на мой канал. Я вам расскажу в следующий раз еще какую-нибудь сказку, но уже эта сказка будет моя личная, и я его ни с кем не делила. Авторство. Это мое личное авторство. Так что подписывайтесь на мой канал. Всех вас жду, подписчиков. Пока на этом все.